Сегодня у нас 25 июня 2015 года. Вот, ребята, детский православный лагерь. Вот это на огородчике. Колят крапиву. Тут у нас позарастали смородина черная, белая, крыжовник. Вот надо освободить от санька малина. Вот Игнатий, начальник лагеря, трудится тоже. Арсений, Кирилл. Дальше посмотрим, что у нас кто где трудится. Нестор. Трудится. Вот девочки у нас тут полят. Леонида и Ксюша. Приезжает морковку. Вот она будет мелкая, так она крупнее вырастет. Вот. Не стой, Тарас. Давайте, пойти. Молча все делай. Сейчас пойдете уже. Агния, вот Тимофей. Тимофей, посильнее как-то ручками, поживее, вернее, работай. Работай, Тарас. Ты подрубай ее, Ты подрубай ее как-то. Что ты ее скоблишь-то? Андрей еще.